Здравствуйте, меня зовут Анна, я рада приветствовать вас всех у себя в гостях. Девчата, сегодня я к вам вот с такой маечкой, сегодня в кадр она не вместилась, пришлось мне ее вот так сжать немножко. Сейчас покажу вам поближе и расскажу, как я ее вязала. Маечка вяжется очень легко, очень простая, но для того, чтобы маленько разбавить эту простоту, я пустила по центру маечки планочку, которая связана у меня узором двойной рис, планка-обманка. Вот она у меня заканчивается, да, идет до самого низа. И по бокам я сделала вот такой простенький, но такой эффектный, я думаю, что смотрится неплохо. Вот такой эффектный узор. Как с одной стороны, так и с другой стороны. Здесь у меня по переду и по спинке по одному раппорту. То есть 4 раппорта в общей сложности. Так, и низ изделия я отвязала узором двойной рис. И также, если вы обратили внимание, по пройме я также сделала обвязку узором двойной рис, как с одной стороны, так и с другой стороны. Так, девчата, узоры я вместе с вами вязать не буду. Я вам их сейчас просто покажу, схему узоров. В принципе, они очень легкие, и вы их очень быстро запомните. Итак, я вяжу на размер М. Это 46 размер, на обхват груди 96 сантиметров, плюс 4 петли для свободы облегания. Просто я хочу, чтобы у меня маечка была свободная. Для тех, кто хочет связать более ближе к телу, необходимо взять обхват груди минус 2-4 сантиметра. А для тех, кто хочет вообще связать прям по фигуре маечку, лучше брать обхват под грудью плюс 2-4 сантиметра. Итак, по моему обхвату груди я прибавляю еще 4 сантиметра для свободы облегания, итого 100 сантиметров. Перевожу в петли, итого у меня 200 петель. Каким образом я распределяю петли? На перед и на спинку. По переду у меня 99 петель. Идет 12 петель раппортов узора. То есть начинаю я вот с 12 петель раппортов узора, затем 34 лицевых петли, 7 петель планочки, 34 лицевых петли, 12 петель – это раппорт узора. Далее по спинке перехожу на спинке, 12 петель раппорта узора, 77 лицевых петель и 12 петель раппорт узора. У меня 101 петля на спинке, но я вам рекомендую вот эти две лишних петельки лучше отдать на перед, да, то есть вот здесь будет уже не 34, а 35 лицевых петель. Я когда стала вязать, что-то как-то упустила это, но вам рекомендую отдать вот сюда по одной петельке, и у вас будет на по переду 101 петля, а по спинке 99 петель. Так, высота моего изделия от низа до проймы 35 сантиметров. То есть я вяжу маечку не очень длинную. Для моего роста 1,70 м, 35 сантиметров — это вполне такая средняя длина. И у меня вышло 12 раппортов узора по бокам, 96 рядов. Для тех, кто хочет подлиннее, конечно же, увеличивайте количество раппорта узора по бокам. Далее по узорам. Узор двойной рис. Количество петель узора должно быть кратно 2. Обязательно кратно 2. Поэтому у меня 200 петель. Первый и второй ряд мы вяжем одинаково. Первая лицевая, вторая изнаночная, лицевая, изнаночная. И так до конца ряда. Второй ряд точно так же. А третий ряд мы меняем петли. Над лицевой вяжем изнаночную, над изнаночной вяжем лицевую. Изнаночная, лицевая, изнаночная, лицевая. И так и четвертый ряд повторяем так же, как и
третий. Далее мы повторяем раппорт узора с 1 по 4 ряд, необходимое количество раппортов узора, да, высоту. По следующему узору, узор, который я назвала ажурный, схему я вам оригинал оставляю. Так, здесь смотрите, здесь я маленько по количеству петель его изменила. То есть у меня начинается с одной изнаночной и заканчивается двумя изнаночными. Тоже вяжется очень легко. Здесь главное уметь вязать изнаночные, лицевые, делать накиды, провязывать 2 петли вместе с наклоном вправо, влево, 2 петли вместе с наклоном вправо и 3 петли вместе. Узор очень простой. Высоту раппорт узора составляет 8 рядов. И смотрите, 12 петель и 8 рядов. Так, девчата, а сейчас приступаем с вами к вязанию. На спице номер 3 набираю 201 петлю. 200 петель у меня для узора и 1 петля для замыкания в круг. Замкнула вязание в круг и приступаю к вывязыванию узора двойной рис. Отвязываю я всего лишь 8 рядов. Это как раз получается 2 раппорта узора. Затем перехожу к вывязыванию основной части, то есть тела своей маечки. Так, перешла на спицы номер 4 и начинаю вязать. Начинаю я вязать спереда. Итак, смотрите, девочки, по расположению узора. Начинаю я вязать узор по переду с одной изнаночной, а заканчиваю двумя изнаночными. Затем вяжу 34 петли лицевых, 7 петель планки, 34 петли лицевых и узор начинаю с двух изнаночных, а заканчиваю одной изнаночной. То есть для того, чтобы у меня была симметрия, узор по переду я заканчиваю двумя изнаночными, а начинаю с двух изнаночных. То же самое, девчата, и по спинке. Начинаем узор вязать с одной изнаночной, заканчиваем двумя изнаночными, затем 77 петель спинки и второй раппорт узора по спинке. Начинаем с двух изнаночных, а заканчиваем одной изнаночной. То же самое. Вот так вот у нас сохраняется с вами симметрия. То есть здесь заканчивается двумя изнаночными, а здесь начинается с двух изнаночных. Надеюсь, здесь все понятно. Далее, девочки, вяжем необходимую высоту изделия, то есть нашей маечки, до проймы. У меня, как я уже сказала, это 35 сантиметров, составляет 12 раппортов узора, то есть 96 рядов. Все. Затем останавливаемся с вами и будем переходить к вывязыванию уже верхней части нашей маечки. Девчат, небольшая схема, так вам для помощи, да. Смотрите, здесь у меня по переду представлена схемка. 99 петель. Я делю вязание на две части, на перед и на спинку. И сейчас буду отдельно вывязывать сначала перед, а затем уже спиночку. По пройме мне необходимо закрыть 12 петель, так как по моим подсчетам где-то у меня глубина проймы должна быть 6 сантиметров. Я закрываю сначала 6 петель, затем 4, а затем 2. В начале переда и в конце переда. В начале переда мы закрываем по лицевой стороне, в конце переда по изнаночной стороне. Все, закрыли по 12 петель с каждой стороны. Это у нас получилось 24 петли. То есть 99 минус 24 у нас остается 75 петель. Далее я выделяю 9 петель планки, вешаю маркеры. 75 минус 9 остается 66 петель, то есть 33 петли с одной стороны и 33 петли с другой стороны. И далее я определила для себя ширину лямочки 6 сантиметров, плюс у меня еще будет здесь обвязка.
То есть 6 сантиметров это 12 петель. И я делаю убавочки до тех пор, пока не достигну 12 петель. По линии проймы, прошу прощения, я делаю 10 раз по одной петле, убавляю, а по линии горловины 11 раз по одной петле. И то же самое я буду делать и на второй половинке. А вот по спинке здесь маленько у вас увеличится количество петель. Мы точно так же закрываем проймы с двух сторон, выделяем также 9 петель, но у нас по спинке остается, у нас по спинке на 2 петли больше, то есть уже будет не 75 петель, а 77, да, петель. И получается, смотрите, что с одной стороны 34 и с другой стороны 34. То есть дополнительно по горловине вы сделаете уже не... Делаем не 11 убавок, а будем делать 12 убавок. Вот здесь вот этот момент не упустите. Итак, убавляем 6 петель. Вот у меня начало вязания. Маркер я уже убрала. И первое, нам нужно убавить 6 петель. Итак, первую петлю мы провязываем лицевой. Вторую петлю провязываем лицевой и протягиваем через первую. Итак, вот у нас раз петля. Следующую провязываем и протягиваем через первую. Два. Следующая таким же образом. Три. Только смотрите, вот здесь аккуратно, сильно не затягивайте. Четыре. 5. Так, вот 6 петель мы с вами убавили. Дальше вяжем по схеме. У нас осталось вот 3 лицевых. Одну мы провязываем лицевой петлей. 2 вместе с наклоном вправо. И накид. 2 изнаночных. Все, дальше вяжем все петли переда, не довязывая до конца ряда 2 петли. Так, вот дошла я до узора. Делаю накид, вяжу по узору первую часть, накид 2 петли вместе с наклоном влево, 5 лицевых, 1, 2, 3, 4, 5. Все, вот эти вот последние 2 лицевые мы так их и оставляем. То есть одну провязываем лицевой и 2 петельки я снимаю. Все, переходим на изнаночную сторону. Перешли на изнаночную сторону. Первые 2 петли я провязываю изнаночной. Так. И следующая. Изнаночная. И протягиваю через нашу петлю. 2. 3. 4, 5, 6. Все, 6 петель я убавила. Теперь вяжу далее до конца ряда по рисунку, или как лежат петли, в данном случае как лежат у нас петли, не довязывая одну петлю. Девчата, для удобства петли спинки можно перенести на дополнительную нить либо на другие спицы. Мне вот так, в принципе, не мешает, поэтому я вяжу так. Итак, вот не довязали одну петлю, мы ее снимаем, снимаем следующую петлю, провязанную по изнаночной стороне, и аккуратненько протягиваем ее через первую снятую петлю. Итак, одну петлю мы убавили. Здесь мне надо убавить 4 петли.
Раз, два, три и четыре. Все, я убавила еще 4 петельки. Все, вот 2 петли у меня осталось, да? Вот они, 2 петли. Все, дальше я вяжу по узору до конца переда, не довязывая одну петлю. Так вот, развернулись по изнаночной стороне. Первую петлю снимаю, вторую петлю также снимаю и аккуратненько протягиваю через первую. Все, вот убавочка. Раз, провязываю вторую, протягиваю через первую. Два, третья, три, четвертую провязываю и протягиваю. Четыре. Все, дальше вяжем до конца ряда, так как лежат у нас петли, не довязывая одной петли. Итак, последняя убавка у нас осталась. Вот первую петлю, которую мы не провязывали, снимаем. Вторую петлю снимаем и протягиваем через первую. Аккуратненько. И следующую петлю провязываем. И протягиваем. То есть все. Вот мы с вами закрыли нашу пройму. Все, девочки, вяжем до конца переда. Не забываем про узор планки. И возвращаемся также по изнаночной стороне, закрываем. И возвращаемся по изнанке на лицевую сторону. Так, девочки, закрыли мы проймы с двух сторон по переду. Справа. И пройму закрыли слева. Все, теперь мы будем с вами переходить к формированию наших пройм на высоту лямки и закроем сейчас центральные 9 петель. Здесь есть два варианта. Сначала можно отработать правую часть, то есть вот эту часть от проймы, от начала вязания до нашей планочки. Сначала вывязать лямочку, а потом уже перейти, закрыть эти петельки и пойти на следующую сторону. Я думаю, что я так и сделаю. Итак, у меня, если не считать планки, на спицах 33 петли. Я повешу маркер. Итак, начинаем формировать правую сторону. Первую петлю снимаем, вторую и третью провязываем лицевой, а третью и четвертую разворачиваем и провязываем вместе с наклоном вправо. Все, дальше вяжем до маркера, не довязывая 5 петель. Так, 5 петель не довязали. Первые две петли провязываем вместе с наклоном влево. Я провязываю протяжкой и 3 лицевых. Разворачиваем на изнаночную сторону. По изнаночной стороне, со стороны горловины, первые две петли мы просто снимаем, а остальные все провязываем изнаночными петлями. То есть по краю горловины мы формируем небольшой шнур айкорд. Смотрится он неплохо. Я думаю, что для маечки это хороший вариант. Развернули вязание на лицевую сторону и так же, как мы делали в первом ряду. Первую снимаем, 2 лицевых, 2 петли вместе с наклоном вправо. Дальше вяжем до маркера, не довязывая 5 петель.
2 петли вместе с наклоном влево, 3 лицевых. По изнаночной стороне первые 2 снимаем, не провязывая, и остальные все петли изнаночные. И таким образом мы с вами формируем скос по горловине и скос по пройме. Так, и делаем мы с вами по пройме 10 убавок, а по горловине делаем 11 убавок. И будет у нас 12 петель. Когда останется 12 петель, дальше мы с вами встретимся. Так, девчата, все, дошла я до своих 12 петель. Убавочки, как я вам и говорила, со стороны проймы я делаю 10 раз через ряд, а со стороны горловины делаю 11 раз, так как у меня было 33 петли, то есть нечетное количество. Все, дальше вяжу свою бретель, вернее, бретель своей маечки на необходимую высоту, примеряем, но это где-то у меня еще будет 5-6 сантиметров. Обрезаю ниточку, петли не закрываю, петли скидываем на дополнительную нить, либо на булавочку. Желательно оставить нить подлиннее, вдруг вам не хватит высоты и придется вам еще несколько рядов довязать. Так, девочки, все, отвязала я примерную длину лямочки. Так, тут, правда, она скрутилась по краешку. Так, все готово. Теперь переходим к следующей половинке. Так, присоединяем нить, оставляем кончик. Вот здесь, смотрите, девчата, можно вот эту петельку, потому что если мы начнем отсюда, у нас останется здесь вот такая перемычка, да, протяжка. Можно вот эту петельку накинуть и провязать эти две петли вместе. Вот, вот таким вот образом. И тогда у нас не будет такой крупной перемычки. Либо вот здесь вот потом с изнаночной стороны. Так, сейчас, минуточку. Вот здесь с изнаночной стороны. Еще когда будете закреплять ниточку, вот можно будет еще вот сюда вот ее закрепить. Тогда вообще будет все великолепно. Так, теперь мы закрываем петли. Обычным образом. Петельки сильно не затягивайте. Так, здесь подтянуть надо мне немножко. Оп, хвостик. Так, изнаночная петля. Протягиваем. Лицевая петля. Протягиваем. Изнаночная. Протягиваем. То есть вот мы закрываем с вами петли. Лицевая. Изнаночная. Лицевая. И вот эту следующую петлю мы тоже берем с вами. Так, что-то у меня пошло не так. Лицевая и протягиваем. Все, вот мы закрыли центральные 9 петель. Так, ну а дальше действуем следующим образом. Со стороны горловины закрываем с вами 11 раз через ряд, а со стороны проймы закрываем с вами 10 раз, также через ряд. Итак, сейчас пару рядков мы с вами свяжем вместе, а дальше уже пойдете самостоятельно. Итак, вот первая у нас уже есть петля. Дальше я провязываю 2 лицевых. И 2 петли разворачиваю и провязываю вместе с наклоном вправо. Все, одна убавочка у нас готова. То есть у нас получается 1 кромочная, 2 лицевых и убавка. Все, далее вяжем до конца
не довязывая 5 петель. Итак, 5 петель осталось. 2 петли мы провязываем вместе с наклоном влево, 2 лицевых и изнаночная петля. Разворачиваем вязание на изнаночную сторону. Первую петлю снимаем. Со стороны проймы мы просто снимаем петлю. Дальше провязываем все петли изнаночные, не довязывая 2 петли до конца. Не довязали 2 петли, и эти 2 петли мы просто снимаем. Разворачиваем вязание. По лицевой стороне мы эти 2 петли первых провязываем лицевой. Так. Третья петля лицевая, а вот четвертая и пятая разворачиваем и провязываем 2 вместе с наклоном влево, да, то есть к горловине. Дальше до конца не довязываем 5 петель. 5 петель осталось. Первые 2 мы провязываем вместе с наклоном влево. Я вяжу протяжкой. 2 лицевых. И последняя изнаночная. Все. Дальше на изнаночную сторону разворачиваемся. Первую снимаем. Провязываем все петли изнаночными, не довязывая последние 2. Последние 2 мы просто снимаем. И дальше так, как мы с вами сейчас сделали, дальше формируем с вами скосы, да, по горловине и по пройме. Не забываем, что по горловине у нас 11 убавок, а по пройме у нас всего 10 убавок. Когда дойдете до 12 петель, дальше вяжете, как и первую лямочку. Все то же самое. Так, девочки, готовы наши лямочки по передней части, бретелечки. Все, у меня вышло после убавок, у меня вышло 24 ряда. Ну, я так примерила, пока мне хорошо. Но, видите, я оставила на всякий случай ниточку. Это на всякий случай. Лучше пусть останется, чем потом не хватит. Все, теперь мы переходим. И по такому же алгоритму вяжем по спинке. Так, я выделила центральные 9 петель маркером. То есть у меня здесь получилось 12 петель, 34 петли. Маркер, 9 петель, маркер, 34 петли, 12 петель узора. Сейчас я приступаю к формированию проймы. Проймы по лицевой части. Это в начале будет у нас до спинки и по изнаночной стороне, да, в конце спинки. Все, убавляем петли 6, в следующем ряду убавляем 4 и в следующем ряду убавляем 2 петли. Все, и затем приступаем к вывязыванию двух половинок по отдельности. Вяжем самостоятельно, так как все вяжется аналогично переду. То есть я то же самое выделила вот эти 9 центральных петель и формирование вот этих двух половинок у меня потом переходящих в бретелечки. Все то же самое, как по переду. Так, девочки, все, я отвязала обе половинки по переду и по спиночке. Вот как вы видите, уже одну часть я сделала полностью вместе с манжетой, то есть обвязала, да, по пройме полностью рукав. Все, и сейчас приступаем с вами ко второй половинке. Две половинки мы будем, две лямочки, сшивать методом петля в петлю. Так, сняли петельки двух лямочек на дополнительные спицы таким образом, чтобы они были повернуты к нам правой стеночкой, как на передней спице, на первой спице, так и на второй спице. Вдеваем ниточку в иголочку и приступаем к сшиванию. Итак, сначала я ввожу от себя в петельку на второй спице
затем перехожу на первую спицу от себя и на себя. Подтянула. Перехожу ко второй спице на себя, от себя. Ниточку подтягиваем. И снова к первой спице от себя, на себя. Петельку, в принципе, можно снять. От себя и на себя. Вот давайте снимем петли. Здесь тогда будем делать по-другому, да? Здесь будем делать следующим образом. На нижней, вот петельку, которую сняли, подхватываем левую стеночку. Петля, которая на спице, правую стеночку. Сняли аккуратненько, немножко подтянули, сильно не затягиваем. Переходим на вторую спицу. Петля, которую мы сняли, берем ее за левую стеночку и подхватываем на спице правую. Сняли, подтянули. Дальше возвращаемся вниз. Левая стеночка снятой петли, правая стеночка петли, которая на спице. Подтянули. Так, убежала у меня петелька. Так, теперь к верхней. Левая стеночка снятой петли, правая стеночка петли, которая на спице. Сняли, подтянули. Сильно не затягивайте, но и слабо тоже не оставляйте. Так умеренно следите за натяжением нити. Итак, спускаемся вниз. Левая стеночка, правая стеночка. Подтянули. Немножко неудобно. Спицы скользят. Итак, левая стеночка, правая стеночка. Подтянули. И возвращаемся вниз. Левая стеночка, правая стеночка. Итак, до конца ряда. И у нас с вами получается, видите, вот дополнительный ряд. Ну вот, закончили мы сшивать. И вот посмотрите, у нас практически единое полотно, да? Даже не видно, где мы с вами шили. Все, теперь переходим к формированию манжеты. То есть мы сейчас будем обвязывать полностью весь рукавчик. Берем спицы номер 3. У меня длина лески 40 сантиметров. Так, оставляем кончик, чтобы потом нам его спрятать. И начинаем вот с самой серединки. У нас по центру, если вы помните, начиналась одной изнаночной. Да? И вот мы вот в эту изнаночную, вот она у нас, вытягиваем первую петельку. Так, вот. Одна петля есть. Дальше, следующая петля. Берем не под кромочные, а прям в серединку каждой петельки. И у нас с вами здесь должно быть 12 петель, так как раппорт узора у нас 12 петель. Так, раз, два, вот следующая петелька, 3, следующая лицевая, 4, вот она следующая, 5, 6. 7, следующая, 8, 9, 10, и вот здесь 2 изнаночных. Так, если неудобно, можно себе помогать крючком, что вот здесь мы петли все. Вот 11, и вот следующая изнаночная 12. Все, 12 петель у меня готово, и переходим к следующему. Так, здесь у нас еще лицевая.
А здесь у нас уже, смотрите, пошел скос, да? Так, мы берем, будем поднимать петли не из кромочных петель, а вот на ряд ниже опускаемся. Вот это вот лицевая дорожка. Вот я сейчас перехожу на эту дорожку. Вот она, следующая петля будет у меня здесь. И я иду с шагом. 3 петли поднимаю, 4 пропускаю. Вот раз петля подняла. Следующая петелька. Следующая. Итак, 3 петли подняла, 4 пропускаю через петлю. Раз. Два. Три. Четвертую пропускаю. И так далее я поднимаю по всему рукаву петли. Вот с таким шагом. Вот здесь перехожу, на где у меня изнаночные, и поднимаю еще 12 петель. И по кругу провязываю манжет узором двойной рис. Провязываю я 8 рядов. И край я закрыла методом игла вперед. Здесь, смотрите, в принципе, вы можете любым удобным для вас способом закрывать. Но мне нравится вот этот способ закрытия. Такой вот он не сильно растягивается. Более-менее такой эластичный способ. Все. Отвязала 8 рядов, закрыла, и манжета наша готова. Обвязали пройму с одной стороны. И аналогично обвязываем с другой стороны. Кому интересно, у меня есть отдельное видео по методу закрытия петель игла вперед, то есть имитация наборного края. Ссылочку на это видео я вам оставлю в описании под видео. Маечка связана. Заправляем кончики по изнаночной стороне. Проводим влажно-тепловую обработку и носим с удовольствием. На этом я с вами прощаюсь. Кому был полезен данный мастер-класс, ставьте пальчики вверх, подписывайтесь на канал и поддержите меня своими комментариями. Не забываем делиться своими работами по хэштегу, который вы видите на экране. Творческих всем успехов, дружных спиц, веселых петелек, вяжите с любовью, носите с удовольствием. Всем пока-пока, до новых встреч, ваша Анна.